Вот мы закончили сегодня до обеда. С Божьей помощью Орешковский пруд, там восстановление, дамп. Вот братья пошли. Уходят все сестры, братья. Очень было трудно, конечно. Уставали очень многие. Работа тяжелая. Ну, с Божьей помощью все сделали. Вон батюшка нас посетил, сейчас приехал. Вот они. Вот, а даже сил нету петь. Понимаете, вы портите все от этого. Никуда заворачивает, куда-то идет. Вы сказали ровно идти. Я не катаюсь. Батюшка подошел к нам. Нет, велосипед было переехать или как? Ты иди спокойно. Он стоял на дороге, велосипед. Ну ты будешь спорить? Ну я объехал его. Зачем? Надо было сбить его. Ну я не знаю. Надо было тогда. По дорожке шло, я не видел этого. Мы сейчас двигаемся, оторви это. Оторви его оттуда, зайди. Куда, батюшка, с нами едет? Нет, нет. Одна видеокамера торчит. Ну вот, отработали с Божьей помощью. Слава Богу. Работа была, конечно, трудная. Но все выдержали. Вчера интересно, воскресный день. Ребятишки некоторые просили, говорят, скучно нам. Хотим работать. Ну вот сегодняшний день показал. Таким настроением все работали. А мое заберем? Забирай, твоя.
Я буду молиться громко, и можете сказать аминь. Господи, благословен ты. На молитву! Слава тебе, Христе Боже наш, ты позволил нам собраться и совершить этот труд. Да будет он во славу твоего святого имени, Христе Боже наш. Благослови живущих и приезжающих. Сохрани нас от пожара, от воров, от нечистой силы. Между нами да будет всегда мир, любовь и согласие по слову твоему. Посети нищих, сирот, вдов, парализованных, одиноких, которые никогда не увидят этой красоты. Утеши их твоим присутствием. Слава тебе, хвала, счастье, поклонение. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Богу слава. Аллилуйя. Бедра, которые наши, сюда, на тележку. Лопаты, которые наши, на тележку. Бедра, собирайте. Ваня, Ваня, вот эту ветку возьми и забрось куда-нибудь, сюда, в тополь. Ну ты не заболей, потому что покос, чтобы трактор не наехал на меня. Туда среди деревьев закинь. Ну дома же там раньше, вот эта же улица была, дома. Ну у нас получилось все, Дмитрий, все сделали. Все. Давай, Тарасий, покажи свою богатырскую силу. Стоп, 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 Тарасий. Что там, я не вижу никого. Почему не слушаешь меня, когда говорят? Так, лево берем, лево, лево руля. Ноги берегите. Это моя, Игнать Ильич. Твоя? Да. А как ее? Это, Фрося, а как это убрать вот эту вот? Петрушку там сзади. Вот так вот, ногой. Вот так. Ну и веди пока, или проехать можно. Нет, вот оттуда. Все. А ты, Володя, все, сюда разворачивай, бери ее. Ага, все. Слава Христу. Вот стоит дерево одинокое. Уже почти поваленное, засохшее. Вот так и человек, если он не приносит плод для Господа, так же засыхает. Лист его вянет. И он погибает. И все что от того, что не приносит плод для Господа. Вот наши страдальцы идут сегодняшние. Степа, не ходи впереди, затопчу, под телегой окажешься. Кто-то уже идет на полуавтомат. Ладно, иди и просим. Не проси меня. Агния, не отставай. Вика, не отставай, не отставай, пойдем. Немногие погибли, вон, видишь, лежат. Красивые, что их хочется поймать. Вот так вот, слава Богу, за все.